Зовут, да, Игнат меня, я с Евпатории, 35 лет. Скажи, пожалуйста, ну, расскажи вот о себе. И здесь же в чем еще вопрос? Ну, происходит срыв, как часто, если это бывает, человек, он сорвался, он ищет другие пути, ходы, варианты, да? Ты приехал к нам все-таки. Что тебе здесь дают, чем тебя здесь лечение подлечает, в чем причина, что ты видишь сюда, и в чем причина твоих срывов? Ну, причина... Раньше у тебя были одни, то потом вторые, да? Да, в виде наркотиков перечислить. Ну да. Первый раз опийная, быстрый, второй. Сейчас освободился я от курительных смесей, от гидропона. То есть окончательно я как бы остановил уже это, закрепил и подшился с полисывороткой. Ну и как бы тоже, когда вот второй раз был последний, повторюсь, кто-то уже говорил такие слова, что вот курительные смеси, что это типа не нужно подшиваться, да. Вот я себе тоже это, ну как бы не ставил цель. Ну как бы пришло время, начал, попробовал покурить, все было перекрыто, остались курительные смеси. И вот они меня так вот подстегнули. Подстегнули так, что вот почувствовал. А в чем потребность была, что-то попробовать? Расстройство, внутреннее состояние. Внутреннее состояние, начал искать пятый угол. Чтобы это внутреннее состояние как-то успокоить, как бы отравил его вот именно вот этими смесями. А что из-за смеси у тебя с психикой происходило? Честно, происходило ужасное. Я даже, ну, мне кажется, не стоит это рассказывать. Ну почему? Это чтобы знали. Засвидетельствуй, да? Конечно. Ну, паранойя, как бы такая паранойя, как бы, что вот слежка, да, вот это вот видимые, невидимые всякие штучки, которые мерещатся, они, ты их в реальности видишь, да, как слежка, где-то можешь быть на втором этаже, и видишь, как кто-то оттуда как будто спрыгивает, можно простоять возле окна, там, возле шторы до утра, смотреть на дерево, думать, что это человек, вот действительно стоит, не шевелится, еще и там, ну, как бы, ну, это смешно сейчас, но тогда это было не смешно, это воспринимается. Все всерьез, и ты понимаешь, как бы это только на своем уровне отравления вот этого, и все как бы потом, только спустя вот время, неделю лечения, только можно понять, что это вот действительно это было такое отравление, что вот наркотическое, ну что не в адеквате человек. Вот до последнего дня я думал, что это как бы, ну, все это как бы по-настоящему. Реально да. Сумасшествие. Да. Сейчас как? Состояние? Да. Супер. Состояние. Сейчас состояние, все, счетчики обнулил. Супер состояние. Понял. Ну как бы то, что было недоработано, уже доработал. Вот. А что именно? Что было недоработано? Ну. Нужно было просто вот как-то в конце, может быть, с самого начала мне вот слушаться, чтобы мне подсказывали близкие, провокацию пройти, как бы когда позволяло здоровье. Я бы сэкономил бы столько лет. Первый заезд же был у меня где-то лет 10, да, назад. 10 лет бы сэкономил бы. То есть тогда возраст у меня был 35-25, где-то 26 лет, да? Приблизительно. Я не помню просто, в каком году заезжал точно. Вот этот первый заезд. Паша меня привозил. Зять меня вез сюда первый раз в наручниках. Ну, первый раз, конечно, для меня это было открытие. Второй раз я уже сюда знал, куда ехать. С психами, ну, ехал. А третий раз я уже сюда летел. Мне только сказали, едем. И да, едем. 2 часа на сборы. Все, я здесь. То на сегодняшнюю минуту все в порядок, я чувствую. Что ты можешь сказать, посоветовать, порекомендовать ребятам, которые тебе уже привыклись? Посоветовать? Не могу ничего советовать. Просто пожелать, чтобы, ну, прислушиваться просто к другим, кто видит это все со стороны. А это будет правильно.
И через себя переступить и сделать то, что будет правильно. Скажи, а сейчас вот ты для себя как-то наметил план, чтобы быть подальше от тех, кто употребляет, кто распространяет? Я наметил его еще, когда ехал сюда. То есть этот план. Все, да, мосты жёг еще перед поездкой. Хорошо, ну счастливо тебе.